Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. В столице он посетил Центр образования «Самбо-70» и встретился с его директором Ренатом Лайшевым. Сегодня в центре занимаются 19 тысяч учащихся разных школ Юга Москвы. Михаил Игнатьев отметил большой вклад, вносимый школой «Самбо-70» в подготовку спортсменов международного уровня, пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Кроме этого, Михаил Игнатьев в Москве вручил специальный приз Чебоксарского кинофестиваля за отражение темы гражданственности и патриотизма в искусстве режиссеру Карену Шахназарову. Глава республики поблагодарил Карена Георгиевича за помощь в организации проведения кинофорума, а также предложил директору киноконцерна возглавить 7-й Чебоксарский международный кинофестиваль, который пройдет в республике в 2014 году. Карен Шахназаров согласился, заметив, что наш фестиваль – единственный представительный кинофорум в Поволжье.